Чего? You know what? Not even God can stop me. I like you. I'm a diamond. 너무 소중한 내 맘에 너를 볼 때 빛나. I can't stop myself. I'm a selfish. 눈치 없는 네 맘 따진 지금 이 설렘이 훨씬. Я, конечно, возможно, сейчас тороплюсь с какими-то выводами, но какого хрена происходит? Причем тут вообще челюсти, зубы, вот это все? Как будто бы вы не с того начинаете клип. Ну ладно, возможно, дальше будет еще что-то хорошее. И как будто, опять же, музыкально напоминает что-то. Так, заранее предвещаю вопрос, что я смотрю с каменным лицом, если мне не нравится, то не смотри. Это что за вообще такое? Ну, типа, магнетик, я еще хоть как-то, у меня вызывал хоть какие-то эмоции, нравится, не нравится, хотя бы там был, ну... Примерно заедающий припев, была прикольная хореография. То есть там было понятно, на что был сделан упор, чтобы трек стал вирусным. В этом случае вирусным он не будет. Они второй раз решили зайти с попыткой попробовать сделать припев вот в стиле магнитика, заигрыванием там одной буквы, или там вот чи-чи-чи, ю-ю-ю и все остальное. Тут не работает. Если в магнитике хотя бы был прикольный клип в плане, ну, не то чтобы концепт, ну, короче, концепции какой-то там сказки, там звезды, все остальное. Какие нахрен зубы? Какие что в смысле? Может, я дурак или что? Пока это все смотрится очень странно. Но подождем, а вдруг? Я сейчас чуть-чуть переобуюсь, конечно. Cherish is solid, long cherry on top. Cherish 내 욕심이 원해, you're mine. I saw that on 너의 표정에 괜히 불타올라 무조건 지진할래. Меч с зубом. Ладно, я примерно понял.
Ай-яй-яй-яй, 3 минуты боли немножко. И даже не зубной. Ну, конечно, думать, что зуб здесь имеет прямое значение, это было бы странно. Понятно, что здесь зуб – это какая-то, возможно, метафора какой-то проблемы. Или какой-то, не знаю, ситуации, может. Потому что у каждого были как будто свои какие-то вот... Какие-то свои проблемы. Насколько я помню, по их концепт-фильму перед альбомом, этот альбом должен был как-то раскрывать, по-моему, это как будто про них, раскрывать их. Пока что не знаю. Из плюсов, ну, хореография у них прикольно была и на магнетике, здесь, тут как будто, ну, тут докапываться я не буду, она прикольная. В плане музыки мне почему-то вот все-таки сэмпл напоминает какую-то песню. Я ее в голове точно помню. Возможно, это какая-то песня Cher. Или не ее. Как будто я вот какие-то такие нотки улавливаю. Может, мне кажется, я не знаю. Я как бы, ну, с одной стороны... Это клип немножечко кринжовый. Если у них не было цели как-то хайпануть на нем второй раз, точнее, ну, на девочках хайпануть, чтобы это было как с магнетик, хорошо, пускай это будет такой условно проходной, потому что, опять же, припев у нас не цепляет абсолютно. Вот я пытаюсь за что-то вот уцепиться и не могу. Вот для меня это лучше бы уже было никак, чем вот так. Потому что, ну, блин, начинаешь подходить к чему-то одному, сразу, ну, блин, я не знаю. Может, я... Как бы, ну, и музыкально же он неплохо звучит, и визуально он красивый. То есть есть прикольные кадры, есть прикольные идеи. Может, тут в тексте какая-то глубокая идея скрыта. Я фиг знает. Просто я не хочу как бы и говнить клип полностью. Что типа там, о, там говно и все. Типа нет, он нормальный. Но с другой стороны, я его и похвалить никак ничем не могу. Ну, как будто бы я лично, возможно, это мои ожидания, но я ждал от элит какого-то шага вперед, а не топтания на месте. Возможно, там все эти проблемы сейчас там хайба, эти вот там скандалы и все остальное, как-то сказывается на группах. Ну, скорее всего, сказывается. Может, как-то им меньше времени уделяют, я не знаю. Ну, как будто бы шага вперед не произошло. Может, у них концепция такая, я фиг знаю. Поэтому для меня лучше бы никак, чем вот так. Ну, не знаю. В комментариях, если вы знаете, что вообще почему, напишите. Может, я поменяю свое мнение. Но пока что абсолютно мимо меня. Почему бы и нет?